Не забудьте подписаться на наш веселый канал, чтобы не пропустить все самое интересное. Как слепить розу из пластилина? В этом мастер-классе мы покажем один из способов лепки розы из пластилина. С созданием такой поделки справится и ребенок при незначительной помощи взрослого. Для лепки такой розочки мы приготовили пластилин красного и зеленого цвета, пластмассовую стеку. Наша роза будет красного цвета, поэтому лепестки для нее мы будем делать из соответствующего пластилина. Отрезаем небольшой кусочек и скатываем его в тонкую колбаску. После этого воспользуемся пластмассовой стекой. С ее помощью разрезаем красную колбаску на несколько равных кусочков. Затем из этих кусочков требуется скатать небольшие шарики, каждый из которых в последующем станет лепестком цветка. Теперь можно приступать к созданию самой розы. Для этого берем первый шарик и аккуратно его расплющиваем пальцами. После этого получившуюся лепешку сворачиваем в трубочку. Так мы получили серединку будущей розочки. Аналогичным образом формируем следующий лепесток, а затем оборачиваем его вокруг имеющейся серединки. И так постепенно создаем розу. В нашем случае для нее потребовалось 8 заготовок. Теперь можно дополнить этот цветок листочками. Из зеленого пластилина скатываем пару небольших шариков. Затем из них формируем листочки, а с помощью стеки рисуем прожилки. Готовые листочки закрепляем с нижней части цветка. Такая пластилиновая роза у нас получилась. Поделитесь мастер-классом в соцсетях. Посетите наш сайт и Яндекс.Дзен канал своими ручками. Подпишитесь на YouTube канал. И, главное, большое вам спасибо за лайки. Всего доброго. Все ссылки под видео.